my life for hire. Приветствую, дорогие зрители и подписчики канала Power Slave на связи. Ну что, друзья, остаются буквально считанные часы до выхода Legacy of the Void. И здесь, зайдя в игрушку, я обнаружил такое приятное, скажем так, не нововведение, но определенная фишка от Blizzard. А именно это вступительный видеоролик, скажем так. Да, называется он «Немного истории». Это как бы кратко, лаконично изложенная история о вселенной StarCraft, повествующая еще от классики через Brood War и непосредственно до событий Legacy of the Void. Я предлагаю вам сейчас вместе со мной ознакомиться с этим видеоматериалом. Он подан довольно-таки кратко, сжато, лаконично, но очень интересно. И думаю, друзья, многим из вас он будет интересен, как, в принципе, и знатокам вселенной StarCraft, так и новичкам. Ну что, друзья, поехали. Почти 300 лет люди полагали, что они одни в секторе Капрулу. Они заблуждались. Пришли зерги, поглощающие все на своем пути. А следом протосы, высокоразвитая раса, готовая истребить тиранов, лишь бы очистить зараженные зергами миры. Человечество оказалось втянуто в чудовищную битву на три фронта. Тем временем разразилась гражданская война. Шериф Джим Рейнер поклялся отомстить диктатору Арктуру Менгску за то, что тот предал его возлюбленную Сару Керриган. Народ, вы там скоро? Черт подери, Арктур! Не делай этого! Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Керриган, верного бойца бросили на растерзание зергам. Но у зергов были другие планы. Они изменили Сару. И с помощью ее псионной силы подобрались к своей настоящей цели. Родному миру протосов, Айюру. Протосы были захвачены врасплох. Тем временем Конклав отправил вершителя Арканиса в погоню за капитаном Тассадаром, который отказался уничтожать зараженные миры тиранов. Их пути пересеклись с темным тамплиером, собратьев которого Конклав объявил еретиками. Зератул с трудом убедил Тассадара и Артаниса, что он им не враг. Вместе они объединили силы протосов в борьбе против зергов. И хотя Конклав был разгневан, им удалось нанести Рою ряд болезненных поражений. Зератул сразил одного из церебралов сверхразума, но его собственный разум оказался уязвим. Из его мыслей сверхразум узнал расположение Айюра, и Рой обрушил всю свою силу на родной мир протосов. Именно Тассадар спас тамплиеров от истребления. Используя силу тамплиеров и темных, он пожертвовал собой, чтобы уничтожить сверхразум. Айюр был потерян, но Артанис переправил выживших на планету темных тамплиеров Шакурас. Вражда осталась в прошлом.
тамплиеры были в долгу перед своими собратьями. Без сверхразума рой распался. Керриган стремилась взять зергов под контроль и прибегнула к помощи старых друзей и врагов — Рейнора, Менгска, Зератула. Укрепив свою власть, королева клинков предала их. Миллиарды тиранов и протосов погибли. Преимущество осталось за зергами, но ко всеобщему облегчению война закончилась. Зератул заподозрил, что зергами управляют темные силы. Он увидел в пророчествах, что древнее существо Амун пытается смешать протосов и зергов, чтобы создать новую форму жизни чудовищных гибридов. И что это зло, возможно, уже поработило Керриган. В то же время вершитель Артанис, провозглашенный героем, возглавил оба народа протосов. Став иерархом, Артанис объединил своих собратьев и пообещал, что однажды они вернут себе славу, утраченную на Айоре. Рейнор поклялся, что Керриган умрет. Но все его усилия были напрасны. Даже восстание против тирании Менгска не имело успеха из-за пропаганды Доминиона. Но с помощью старых друзей и загадочных новых союзников Рейнор снова выступил против Доминиона, на этот раз одерживая победы на всех фронтах. Зератул предупредил его о надвигающейся тьме и о том, что остановить Амуна может только королева клинков. Она была нужна живой. Напав на планету зергов Чар, войска Рейнора при поддержке сына Менгска Валериана использовали древний артефакт Зел-Нага, чтобы обезвредить Керриган и освободить ее от влияния Амуна. Королева клинков была беззащитна. Доминион жаждал ее смерти, но Рейнор не мог этого допустить. Джим? Я здесь. Все хорошо. Валериан предоставил им защиту, но Арктур не мог упустить такую возможность. Во время нападения Саре и Джиму пришлось разделиться. Керриган сбежала, а Рейнор... Сразу после допроса он был казнен. Керриган жаждала мести. Она решила снова стать королевой клинков. С помощью Зератула Керриган объединила зергов и вновь возглавила рой. На этот раз по своей воле. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Керриган начала успешное наступление на армию Доминиона. К своему удивлению, она узнала, что Джим не погиб. Все кончено. Сара взяла курс на Кархал, оплот Менгска. Одолев его лучшие войска и избежав всех ловушек, она лично покончила с детством. Но времени праздновать не было. Амун вынашивал свои планы. Оставив Рейнора, Керриган отправилась на поиски истинного врага. Рейнор и Валериан Менгск взяли курс на реформы и справедливость в Доминионе. Увидев, что силы зергов и тиранов истощены, иерарх Артанис призвал объединенных протосов вернуть Айур. Слабые доводы против наступления потонули в возгласах полных надежды. Зератул продолжил поиски истины, надеясь вопреки предчувствию, что иерарх не совершает ужасную ошибку. Вот такая вот она, друзья, история StarCraft. Кратко, лаконично и со вкусом, как говорится. Ну что, все мы скрестили пальчики и с нетерпением ждем уже финального выхода игры. До скорой встречи, друзья. Мы одни из первых, я надеюсь, ее будем обозревать.